Многодетные семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей, находятся под особой опекой государства. В минувшие выходные ключи от новой квартиры были вручены новочебоксарцам Моисеевым. В семье 11 человек. Красивый вид из окна, просторный коридор, 3 большие комнаты. Теперь младшим Моисеевым будет где разгуляться. Этого подарка дружная семья ждала 7 лет. Теперь, говорит глава семейства, начнутся приятные хлопоты. Нужно придумать, как обустроить квартиру. Нам ее дали совершенно бесплатно, с полностью с отделкой. Мы когда первый раз с женой сюда пришли, посмотрите, нам очень понравилось. Ключи семье Моисеевых вручали в торжественной обстановке. Гости разрезали символическую красную ленту. Поздравить новоселов приехали депутаты Госсовета. Сегодня праздник не только у многодетной семьи, у их близких, родственников. Сегодня праздник и для руководства города. Сегодня праздник для депутатского корпуса. И та государственная поддержка многодетных семей, конечно, вселяет уверенность в завтрашний день, уверенность нашим многодетным семьям. Об этом говорит и глава Чувашской республики Игнатий Михайлович Васильевич. Если будет уверенность в завтрашнем дне, то, конечно же, в наших семьях будут рождаться дети. А дети рождаться должны в счастье и в заботе, в государственной, в родительской. Счастливых новоселов станет больше. В текущем году на обеспечение жильем многодетных семей, состоящих на учете в администрации Новочебоксарска, в бюджете Чувашской республики предусмотрено более 3,5 миллиона рублей. Это значит, как минимум еще одна многодетная семья улучшит жилищные условия. Дмитрий Ковалев, Родион Архипов и Олег Якимов. Республика.